Сегодня замечательное мероприятие благотворительного фонда «Ваня», которое направлено на распространение информации о фонде, на привлечение новых волонтеров и на поддержку идей добра и милосердия. Спасибо огромное всем, кто сегодня с нами. Я Александра Карелова. Я помогаю. Меня зовут Яна Шаникова. Я помогаю. Меня зовут Ольга Соболева. Я помогаю. Меня зовут Кравченко Екатерина. Я помогаю. Меня зовут Маргарита Калинина. Я помогаю. Меня зовут Людмила Татушкова. Я помогаю. Меня зовут Воробьева Марина. Я помогаю. Так как конники – это одна большая семья, а в семье принято вообще помогать всем, люди, кто остался один на один с бедой, помощь приходит иногда нежданно и очень важна. Очень. Меня зовут Анна Козловская, и я помогаю. Меня зовут Богатырев Евгений, и я помогаю. Меня зовут Сергей Сухинин, и я помогаю. Меня зовут Светлана Хитрова, и я помогаю. Меня зовут Крушенинников Дмитрий, и я помогаю. Меня зовут Александра Куценко, я помогаю. Меня зовут Евгений Горовой, и я помогаю. Меня зовут Анна Гусейнова, и я помогаю. Меня зовут Надежда Днепровская, и я помогаю. Я художник, и я решила самую большую свою картину подарить фонд Ване, чтобы хоть каким-то образом я могла помочь конникам, которые так нуждаются, многие, в помощи. И я готова им помогать, как могу. Меня зовут Наталья Ковтун, я помогаю. Меня зовут Павел Трофимов, я помогаю. Меня зовут Калашникова Наталья, я помогаю. Меня зовут Федор Рогов, я помогаю. Меня зовут Виктория Мельник, я помогаю. Меня зовут Янина Французова, и я помогаю. Меня зовут Полина Тихонова, я помогаю. Меня зовут Светлана Полищук, я помогаю. Меня зовут Роберт Москвичев, и я помогаю. Меня зовут Валерий Тишков, я помогаю. Меня зовут Вита Козлова, я помогаю. Добрых людей, беды и злой.